По просьбе администрации Херсонской области инженерно-саперные подразделения Южного военного округа в настоящее время проводят сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов. На сегодняшний день личным составом инженерных подразделений обнаружено и уничтожено более 12 тысяч взрывоопасных предметов, часть из которых является иностранного производства. Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что, в принципе, нам затрудняет их разминирование. До дороги и до канала все заминировано было. Вот на данном месте более 1200 мин противотанковых мы сняли. Огонь!